Привет, с вами Сустава, и добро пожаловать на видео по Massive Monsters, а именно типы игроков Massive Monsters. За этот вариант проголосовало большее количество людей. Что ж, давайте начнем. Всем привет, с вами снова я, Ваня Про 228. Как вы видите, у меня тут выводится редкий полизатор, и сегодня я буду крутить на все свои гемы колесо фортуны. Давайте же начнем. Итак. Уже довольно давно коплю бриллианты, смотрите, сколько я уже накопил. Также я коплю 2 миллиарда монет. Как вы видите, у меня тут ферма зинтов, она приносит много бриллиантов и в целом много что приносит. Также у меня здесь есть ферма триугов, и также на каждом острове есть ферма 4 элементов. От них получаю довольно много денег. Да, лагает что-то сегодня. Но я уже к этому привык. Так, соберем монеты. Ну да, вообще все зависло. Я только скачал эту игру, тут сразу же барабан. И я где-то видел, что барабан мне очень сложно вывести. То есть это очень редкий монстр. Ладно, продолжить. Купи яйцо барабан. Так, я так понимаю, купить это значит вывести. Мне говорили, что это очень сложно. Ну все, я удаляю эту игру, она слишком сложная для меня. Что ж, вот такое короткое видео по группам игроков Massive Monsters получилось. Если вам понравилось это видео, то поставьте лайк и подпишитесь на канал. С вами был Сус ТВ, всем удачи и всем пока!